Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и мы продолжаем с вами проходить игру Earn to Die или Машинки против зомби. Так, ну что ж, дорогие друзья, мы уже с вами дошли до определенного места, так сказать. Так, а сколько, давайте посмотрим. О, ребяточки, Хаммер стоит 60 тысяч долларов, но это слишком много, у нас пока только 1000. Собственно, давайте понемножку будем ездить, зарабатывать деньги, чтобы перейти на следующий уровень, ребят. И пройдем эту игру с вами полностью. Нужно делать все возможное, ребятки, чтобы... можно было бы все здесь крушить и вертеть. Отлично. Воу-воу-воу. Просто супер, ребята. Вы только посмотрите. Класс. Ого, вот это взрыв. Вы только посмотрите, какие у меня зубы на бампере впереди. Посмотрите, как я зомбиков всех сбиваю. О, у меня даже есть, ребяточки, двигатель. Давай, давай, давай. Ракетный двигатель вперед. Я даже не успел взорвать, ребятки, ту штучку. Так, ребятки, ну что ж, 11 тысяч долларов довольно-таки неплохо. Так, ну что, у нас, наверное, все будет скоро уже открыто. Так, ну что ж, давай, давай, давай. Вот так, отлично, ребятки, я распиливаю всех. У меня впереди стоит, ребяточки, бензопила на машине. И вот так вот я теперь всех буду распиливать. И это, ребяточки, просто замечательно. Давай, вперед! Ого, вот это виражи! Отлично, отлично, просто супер. Давай, раз, два, три, четыре, пять. Давай, еще совсем немножко. Еще совсем чуть-чуть осталось. Пожалуйста, дайте мне проехать. Да что ж такое. Отлично, отлично, просто классно. Ребятки, сколько мы зомбиков. И бабах, отлично. В этот раз, ребятушки, мы подфутболили эту штучку. Классно. И заработали, наверное, кучу-кучу денег. Так, теперь нам нужно, ребятушки, да, у нас есть 12 тысяч долларов. Долларов, а точнее, 13 690, точнее. Давайте, наверное, купим пулемет. Все, ребятки, половина пулеметов у нас уже есть. О, смотрите, ребятки, как мы их, ребятки, расстреливаем. Отлично, вот это да, вот это круто. Вот это я понимаю. Давай, 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 отлично. Бабах, вот это да, вот это круто. Вперед, давай, давай, еще совсем немножко. Да что ж такое-то? Застряли мы немножко. Так, ну что ж, давайте по новой. Так, ребячки, 7 тысяч, давайте уже, наверное, до конца накупим себе. Все, ребячки, у нас миниган на максимуме. Осталось нам только купить, ребячки, коробку передач. И мы будем с вами очень крутые чувачки. Вау, вот это да, вы видели, как мы перелетели. Давай, 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 давай. Отлично, просто классно. Давай, зомбики, мочитесь все. Давайте я вас всех вот так вот, зомбиков. Ха-ха, не долетел, сзади зомби пытался, ребятчики, меня только что схватить. Но у него абсолютно ничего не получилось. И мы все-таки с большим отрывом, ребятчики, едем вперед, вперед, вперед. И это просто, ребятки, замечательно, хочу вам сказать. Что это? Ребята, мы сколько заработали денег? Посмотрите, у нас уже очень много. А, кстати, у нас еще вот что есть. И последняя коробка передач. Все, ребята, посмотрите. Вау, все, теперь наша машина еще намного, ребятчики, быстрее и круче. Теперь мы сможем заработать деньги на Хаммер и доехать до финиша, ребят. Давай, 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 давай. Вот на Хаммере, я думаю, что мы... я не понял, что это? Все, ребятки, я проиграл. Машина не может перевернуться. Так что давайте, собственно, по новой. О, отлично, бензопила, ребятки, справляется со своей работой. И это просто, ребятки, замечательно. Бабах! Вот это да! Отлично! Давай еще раз. Ой, давай немножко, немножко, еще, 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 еще. Вот так вот. Давай, газу, 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 нитро. Бабах. Вот, 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 вот. Классно, классно. Еще, еще. О, вот это да, вы это видели, как бензопила распилила их. Газу, газу, газу. Отлично. Классно, ребятки. Просто круто, реально классно. Мы с вами прокатились. Давайте повторим, чтобы заработать денег на Хаммер. Я думаю, на Хаммере, ребятки, уже стоит двигатель немножко помощнее, чем на этом джипе, что даст нам большое преимущество выиграть следующие гонки и приехать к финишу более-менее
Баба! Классно! Так, вот эти самые главные ящики надо разбивать, которые меня тормозят, ребят. Потому что они реально очень тормозят, и ничего нельзя сделать. Да зомбик прицепился, отстань от меня, отстань, кому говорю. Да отстань ты от меня, прицепился к моей машине. Отличненько, ребята, просто супер. Так, ну что ж, ребятки, сколько у нас уже там денег? У нас 21 тысяча только. Так, маловатенько будет. Надо еще зарабатывать. Нам еще нужно 40 тысяч, ребят, чтобы открыть хаммер. По-другому просто никак. Нам просто никак. Вот это да. Вы видели, с какой скоростью я, ребячки, вообще проехал и пролетел. Так, ну ничего, давайте переиграем, потому что немножко подзастряли. Ой, зачем-то гараж я нажал-то. Так, ребятки, еще осталось 30 тысяч, и у нас будет хаммер. Вот это зомбики летят в разные стороны. Наш джип показывает, на что он способен. Так, ребяточки, а если вы еще каким-то образом не подписались на мой канал, тогда самое время нажмите на кнопочку подписаться. Также есть ссылочка под видео. И подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И мне будет очень приятно, ребятки. Вот это да, классно. О, большие зомби пошли, ребят. Видели? Мы его только что бензопилой в живот. Давай, давай, газуй, газуй, эу. Чё встал-то? Едь. Все, ребятки. Закляк наш автомобиль. Так, ребятки, осталось совсем немножко. Осталось еще пару раз проехать, и у нас все будет, ребятки. И мы сможем купить уже новый джип. Давай, 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 вперед. Отличненько, просто супер. Вот это да, вот это я их порастрелился. Классно, бабах. Круто. Так, большого зомбика распилили. Чем больше я, наверное, зомбиков, ребятки, уничтожу, тем больше мне денег дадут призовых. Я так думаю. Отлично. Вот это я, ребятки, распилил. Очень много, очень. Так, у нас 74 тысячи. Это просто отлично, ребятки. Мы открываем новый джип. И давайте сразу же купим себе пару галлонов бензина. Что не может просто не радовать, ребятки. Погнали. Мы теперь на хаммере. О, хочу вам сказать, неплохо довольно. Но нужно будет немножко еще затюнинговать, чтобы доехать до финиша, наверное. Хаммер у нас без дверей, ребятки, как вы видите. Но все равно довольно-таки неплохо показывает свои гоночные характеристики. Хаммер просто создан, ребятки, для военной мощи. Создан для всего такого. Так что, ребятки, в принципе, неплохо. Мы едем. Бабах! Классно! Так, ну что ж, ребятки, я думаю, нам немножко нужно немножко улучшить этот автомобиль, чтобы приезжать до финиша. Так. Наверное, колеса, может, лучше улучшим. А потом уже бензин. Давайте с колес начнем. С чего-то надо, в общем, начинать. Вау, ребята, вы только посмотрите. Вот это хаммер гонит реально. Так, ребята, еще бы неплохо было бы, наверное, купить нам ускоритель. А также побольше бензина. И тогда, я думаю, мы доедем. Сейчас после этого уровня накупим бензина на все деньги. И посмотрим, сможем ли мы доехать дальше, чем в прошлый раз. Ого, большого зомби вы сбили, вы видели? И он, ребятки, пал и потерял свою честь. Так. Так, ну что ж, ребятки, мы заработали 22 тысячи, довольно-таки неплохо. Давайте все, ребячки, бензин у нас на максимум, и что просто не может не радовать. Теперь, я думаю, с новым бензином мы должны обязательно доехать. Но это не точно. Бабах!
Ну что ж, препятствия проходит джип, да, вот это довольно-таки неплохо. Все ящики разваливает и нигде не застреет. Вот это мне нравится. Так, ребята, полбака бензина у нас уже нету. Стоит это понимать. Так что еще полпути у нас впереди. Сможем ли мы доехать без нитро и без двигателя к последнему уровню, к концу уровня, я даже и не скажу вам. Бензин уже моргает. Наверное, ребятки, нет. Наверное, не сможем мы. Нет, ребятки, как раз застряли на том же самом месте. А не позволяет нам буквально следующее. Это, ребятки, новый двигатель. И еще что-то. Наверное, ускоритель в следующий раз нужно будет купить. 40 тысяч стоит. Ну что ж, будем потихонечку добираться. О, теперь машина намного быстрее стала, ребятки, с новым двигателем. Да-да-да, я вам хочу сказать, что новый двигатель, смотрите, как машина скачет. Довольно-таки много решает делов. Давай-давай, газуй, всех зомбиков порубили на части. Неплохо, неплохо, отлично. Да, был бы у меня сейчас бампер, ребятки, я бы уже, наверное, проехал бы этот уровень. Бампер решает тоже много дел. Если бы было поменьше преград на дороге, я бы уже давно приехал, потому что машину все-таки тормозят они, понимаете? Amazing, ребята, вы только посмотрите, бензин закончился у меня. Но чекпоинт я проехал дальше немножко, видите? Так, ну что ж, заработали немножко больше денег, и это неплохо, 31 тысяча, ребяточки. У нас уже 42 тысячи есть, давайте с вами, наверное, и купим. А купим мы с вами, ребяточки, давайте, наверное, ускорение. Так, и потихонечку будем зарабатывать на ускорение. Я думаю, когда у нас уже будет ускорение, мы с вами с легкостью сможем пройти этот уровень. Так, тут уже, ребяточки, на джипе был один, а тут уже два, видите, ракетных двигателя. Что довольно-таки неплохо для этой машины. Да отстань ты от меня, прицепился зомби сзади машины, ребятки, вон. Отстань, отцепись от моей, тормозит мою машину, чтобы понимали. Неплохо, неплохо. Но бензин, ребятки, закончился у меня уже. Все, ребятки, бензин, бак пустой, пишет. Бак пустой, ребятки. Так, ну что ж, давайте накупим теперь ускорителя. И посмотрим, кто кого. Ха-ха-ха. Давайте, 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 нитро. Раньше не проваливался, потому что машина была легче без ускорителя. После того, как установил два двигателя на автомобиле, автомобиль стал заметно тяжелее, ребят. Все, закончилось мое нитро. Закончилась моя сказка. Теперь мы без нитро вынуждены ехать, ребятки. Бензина у нас уже практически нету. И финиш еще очень далеко. Ого, ребятки, вы посмотрите, а там какой овраг. Вы видели? В тот овраг, ребятки, можно упасть с легкостью. Так, ну что ж, ребятки, неплохо. Давайте до конца, наверное, докупим у нас ускорение, а потом уже будем что-то другое думать. Давай, давай, газуй. Отлично. Вот, вот такие бочки, побольше бочек бы таких встречать. Так, давай, газу уже нету бензина у меня. Все, ребятки, закончился ускоритель. И бензин кончается. Давайте быстрее, быстрее. Газуй, 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 газуй. Что ж, довольно-таки неплохо, ребятчики, в этот раз мы показали. И мы в этот раз падаем во враг, ребята. Отлично. Мы упали во враг. Так, круто. Так, ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, купим
вот такую вот штучку, которая будет помогать как-то накалывать зомби, наверное. Вот так вот. Теперь мне будет немножко легче справляться с препятствиями и с зомбиками, ребят. Отлично. Давай, 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 газуй, газуй, газуй. Так, закончилось у меня нитро, ребят, и бензин тоже скоро закончится. Так, бензин у ребятушки уже сейчас начнет моргать, все. Лампочка красная загорелась, она предупреждает о том, что бензина у меня уже попросту нету. Вау, вот это да, ребятки, не доехали до финиша, буквально 20 метров, чтобы вы себе понимали, да-да-да, ребятки. И такое может быть. Так, ну что ж, давайте, наверное, купим это, наверное, и новую коробку передач. Я думаю, это нам немножко поможет. Вау, классно. Отлично, вот это моя машина скакает, ребятки, просто супер. Отлично. Неплохо. А ну-ка, может, мы сейчас доедем до финиша? Давайте посмотрим. Будет ли у нас такая возможность, ребятушки, на этом уровне или нет? Так, ребят, нитро все использовал уже. У меня его просто-напросто нету. А вот бензин вроде бы еще есть. Так, с оврага мы падаем, ребятушки. У нас еще лампочка не моргает. Бабах, все, лампочка у нас заморгала. Это означает, что бензина у нас уже нету, ребят. Но до финиша мы все-таки должны доехать с вами. Да, ребятки, отлично, круто. Мы с вами доехали до развалившегося здания и прошли этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно. Так, ну что ж, дорогие друзья, а этот выпуск на канале Funny Games подошел к концу. Подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх, ребятки. До скорых встреч в следующих видео, ребята. Пока-пока.